сгибание ног в тренажере лежа. Основная рабочая мышца здесь – это мышцы задней поверхности бедра. Правильно ложимся на тренажер таким образом, чтобы ваша ось вращения, а именно коленный сустав, совпадал с осью вращения на тренажере. При подъеме мы максимально сжимаем ягодицы и стараемся давить костями таза в тренажер. Также стараемся работать слегка коленом кверху, чтобы не допускать основную ошибку, не сокращаем амплитуду. Носки оттягиваем на себя, при подъеме выполняем выдох, плавно отпускаем вниз и при этом выполняем вдох. Работаем мы без рывка. Также можно фиксировать небольшую паузу в верхней точке при максимальном сокращении мышц заднего бедра. Отлично, вообще идеально. Замечательно, достаточно.